В Одесской юракадемии стартовал семинар повышения квалификации для нотариусов. Обновить и углубить свои знания, а также обменяться опытом. Со всех регионов Украины в Одессу прибыло около 250 специалистов. Обучать нотариусов будут работники Минюста, а также преподаватели Института права и последипломного образования Минюста и Одесской юракадемии. Ранее курсы повышения квалификации для нотариусов проводились только в столице. Юракадемия стала первым учреждением высшего образования, которое не только готовит высококлассных юристов, но и является ведущим центром повышения квалификации для опытных профессионалов. У нас повышение квалификации проходит на протяжении уже 3 лет. Особенно активизировалась эта работа последние 2 года. В зале находятся представители практически всех областей нашей страны. И Львов, и Тернополь, и Ивано-Франковск, и Киев, и Одесса, и Херсон, и Николаев. И я думаю, что это не случайно, это показательное такое сотрудничество между Министерством юстиции и Национальным университетом Одесской юридической академии. И это направление мы всячески будем развивать. Ездить в Киев не всегда получается, не всегда есть возможность вырваться в связи с работой, с людьми назначенными. Поэтому здесь удобно, здесь в любой момент ты можешь вырваться и также потом вернуться на работу и получить необходимые знания и опыт. Очень действительно собираются высокого уровня профессионалы, которые преподают и ведут лекции, приезжают в Министерство юстиции. Семинар повышения квалификации для нотариусов проходит в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между Одесской юракадемией и Институтом права и последипломного образования Минюста. Взаимодействие вуза и министерства позволяет Одесской школе права закрепить свой статус сильнейшей в Украине. Той факт, що йде тісна співпраця із Міністерством юстиції в напрямку підготовки фахівців, це означає, що майбутнє у випускників цього університету, воно перспективне і точно орієнтоване на успіх. Однозначно, велика заслуга в тому, що університет на такому високому рівні і готує таких високого рівня фахівців, безпосередньо президента університету Сергія Васильовича. Я можу сказати, що це на самом деле это лучшее учебное заведение Европы, я считаю, да, потому что, находясь здесь, ты приходишь как будто как к себе домой, причем такой шикарный дом, да, с шикарным методическими педагогическим составом, с шикарным условиями для нахождения здесь, библиотекой, компьютерным залом, то есть абсолютно всем. То есть все, что необходимо для того, чтобы просто получать знания с удовольствием. Во всех уголках нашего государства знают, что Одесская школа права – это качественные знания, Одесская школа права – это блестящая материальная техническая база. И все знают, что здесь к любому вопросу и мероприятию подходят с душой. Ранее на базе Одесской юракадемии прошли курсы повышения квалификации судебных экспертов и состоялись 3 выпуска курсов подготовки частных исполнителей.